Всем привет! Сегодня на обзоре кухонный топорик Victorinox. Victorinox 5.40.63.18. Вот знаете, вот прямо сейчас поставьте на паузу и напишите, как вы относитесь к кухонникам от Victorinox. Или, может быть, кто-то пользовался, может, кто-то хочет, может быть, кто-то планирует, может, кто-то считает, что они хорошие или плохие. Расскажите свое мнение. Вот чисто интересно, а я расскажу сейчас свое мнение. Значит, это кухонный топорик, а точнее сказать, традиционный китайский шеф-нож от компании Victorinox. Отличная, просто шикарная вещь для разделки мяса, рыбы, овощей, да хлеб порезать, все что угодно. Конечно, картошечку мы им чистить не будем, но в принципе наловчиться можно. Топор этот сделан из очень качественной молибден-ванадиевой прокатанной стали X50CRMOV15 твердостью 55-56 единиц по Rockwell. Рукоятка у нас пластиковая, рукоятка имеет некоторую шероховатость, ну и, конечно же, логотип Victorinox. Материал рукоятки Fibrex. Рукоятка отлично лежит в руке. Рукоятка не выскальзывает, даже когда рука жирная. Благодаря тому, что здесь вот сделан наплыв, топорик очень удобно держать и вот так вот резать им что-то, и упираться, и вот так вот им работать, и что-то шинковать просто одной рукой. Топорик очень легкий, благодаря чему работать им просто одно удовольствие, то есть рука не устает. Значит, вес топорика по инструкции 216 грамм. По моим измерениям, как вы видите, 216,5 грамма. Общая длина 30,5, а длина лезвия 18 с малым. По моим личным испытаниям, по моим личным каким-то впечатлениям, топорик просто шикарный. Ребят, это не тяпка. Им, конечно, можно рубить. Но им можно рубить, скажем, ну, тоненькие какие-то косточки. Может, ребрышко какое-то рассечь можно. Он сделан довольно-таки тонким. Вот, то есть толщина его 1,7 миллиметра. То есть это довольно-таки тонкое лезвие. Режущая кромка двухсторонняя, симметричная. Спуски начинаются на 1/3, но они очень гладко заполированы, даже не видно. То есть, если идет линза, и даже не видно, где она начинается. Вот. Ну, то есть, вот, видите, как. Вот. Края все зализаны, заполированы, то есть, никакой шероховатости. Мы спокойно можем давить сверху рукой, ничего руку нам не надавливает. Ну, за исключением того, что сама кромка довольно-таки тонкая. Вот, но никаких острых углов, ничего подобного нету. И спуски, ну, с микроподводом, но можно считать практически в ноль. Вот, топориком я уже какое-то время попользовался, и топорик я пока что ни разу не правил. Из минусов, которые я могу заметить, здесь нету отверстия для подвешивания, мне оно просто необходимо. Поэтому я буду брать сверло по керамике и сверлить отверстие, чтобы можно было его подвесить. Но вещь, ребята, вещь просто шикарная. Вот других слов я не могу сказать. На сегодняшний день я им, ну, просто очень доволен. Вот. Также еще поработав этим топориком, нужно сказать, что он до того сбалансирован. То есть, вот у него, смотрите, у него где-то баланс, где-то вот здесь вот. А мы его практически все время держим. Мы редко рубим ему так. Мы им практически постоянно работаем вот таким вот образом. Вот так вот мы его держим. То есть, это такая вещь, которую ты режешь, и ты не чувствуешь. Там никакого веса такого огромного на клинке нету. То есть, у тебя ничего не перевешивает, ничего не клонит твою руку вперед, не клюет рука. Она не устает. Притом, топорик в 200 с малым, 216 грамм, он до того легенький, до того изящный, ну просто отличная вещь. Я им в восторге. То есть им удобно резать. Им удобно, когда нарезал, поднимать и куда-то перекладывать. Им удобно что-то подцеплять. Им удобно сечь. Им удобно подрубать. Им удобно по хрящам, по хлебу, да по любым продуктам. Просто шикарная вещь. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся этим видео. Все, всем пока и до встречи на канале.